открывается памятник советскому солдату, прообразом которого стал старший сержант Гази Казыханович Загитов. Вместе с нами в церемонии открытия памятника по видеосвязи принимает участие герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов, герой социалистического труда Ильдус Шайхулисламович Мостюков. Уважаемый Борис Кириллович, Ахат Гайнулович, Ильдус Шайхулисламович, хөрмәтле сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре, кадерле дуслар. Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня мы открываем памятник советскому солдату. В основе собирательного образа воина запечатлен в памятнике сын татарского народа Гази Загитович, который 30 апреля 1945 года водрузил красное знамя над поверженным Рейхстагом. Это памятник всем жителям Татарстана, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной. Из 700 тысяч земляков, ушедших на войну, каждый второй погиб в боях за Родину. Память о героях будет вечно жить в наших сердцах. Сегодняшняя ситуация диктует ограниченный формат мероприятия. Но с нами на видеосвязи герой Советского Союза Борис Кузнецов, генерал-майор Ахат Юлашев и герой социалистического труда Ильдус Мостюков. Хочу пожелать вам лично, о вашем лице всем фронтовикам и труженикам тыла доброго здоровья, долгих и мирных лет жизни. Байрам бля, кадрли дуслар, жинкуны бля, с днем Великой Победы! Господин президент, я поздравляю вас с великим праздником и в вашем лице поздравляю весь наш прекрасный Татарстан. Мәңге сапланырлар, ветераннар узган, донлы юллар.